Ранняя пташка. Санэм, ты очень умная девушка, Санэм. Ты что? Упала? Не могу поверить. Простите, туалет в какой стороне? Прямо, да, спасибо. Я не могу ни вперед, ни назад сейчас. Как так? Никого нет? Кто-нибудь есть? Я застряла тут. Кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Санэм? Что ты там делаешь? Джан? Джан? Джан, что я делаю? Я зашла в туалет, дверь закрылась. Я не поняла, как это случилось. Потом пыталась выйти, не смогла. Решила вылезти через окно и застряла тут. Раз ты не позвонила, у тебя были причины, думаю. У меня телефон в сумке. Сумка осталась у сестры. Иначе я тоже знаю, что нужно позвонить, позвать на помощь. Мы будем в таком положении разговаривать? Ты застряла тут, ты от кого-то убегаешь? Нет, обычно я так и застреваю в окнах туалетов на выходных. Хорошо, сделаем так. Я позову кого-нибудь, чтобы открыли дверь. Нельзя, как позовешь. Никто не должен видеть меня в таком положении. Меня все знают. Не говори никому, я опозорюсь. Меня все знают? Это типа я знаменита. Почему ты удивился? Я сделала прекрасное выступление внутри. Все аплодисменты были мне. Сейчас все меня знают. Да, не могу не сказать, было прекрасное выступление, правда. Да. Хочу задать вопрос, который очень всех интересует. Ты как залезла сюда, не можешь спуститься? Не могу. То, с чего я залезла сюда, упала. Я не получаю поддержки снизу. А, понял, понял. Тогда я тебя вытяну. Можно? Можно. Можем так сделать? Будет легко, несложно. Хорошо. Я доверяю нам. Ты в порядке? Не знаю. Не щекотно. Хорошо, как сделаем? Минуточку. Постой, спокойно. Минуточку. Я вытяну ногу. Я разве вылезу отсюда? Думаю, что да. Оставь себя мне. Джан! Оставь. Джан! Оставь, оставь. Я спаслась? Было легко. Не больно. Да, невероятно легко. Ты в порядке. Мое платье испортилось, порвалось. На меня разлили выпивку, что только не случилось. Хорошо, хорошо. Не испортилось, ты прекрасно выглядишь. Тут немного распоролось, но неважно. Пойдем? Хорошо. Ты иди, я приду следом. Почему ты идем отдельно? Пойдем вместе. Джан, нельзя. Как вместе пойдем? Я не могу всегда быть рядом с тобой. Ты мой начальник, я твоя подчиненная. В качестве кого я буду рядом с тобой? В качестве любимой. В качестве любимой. Мы друзья. Я устал от этой игры, друзья. Ты моя любимая. Думаю, перед тем, как ехать домой, уедем отсюда. Джан, правда, нельзя. Что нельзя? Ты не хочешь быть моей возлюбленной? Нет. Мы будем. Будем возлюбленными. Отлично будет. Отлично будет, я тоже так думаю. Да, но так, за руки.
Войти внутрь будет неправильно. Почему? Потому что для меня, для нас все началось только. Ты не только сейчас начала сводить меня с ума. Джан, правда, нельзя. Мы не можем войти внутрь вместе. Мы привлечем внимание. Будет очень стыдно. На меня разлили выпивку, и себя не чувствую хорошо. Сделаем так. Я зайду. Попрощаюсь со всеми. А потом встретимся в машине, хорошо? Хорошо, договорились. Хорошо. Хорошо. Не надо, не порть. В следующий раз. Куда подевался Джан? Мы ждем, конечно, но его долго нет. Идет. Пришел. Брат, где ты был? Не обижайтесь, что заставил ждать, прошу прощения. Неважно. Поедем уже. Не поедем, я не могу поехать. У меня появилось важное дело, правда, я не могу. Передайте, что мне очень жаль, я исправлю потом. Не едешь? Джан, что случилось? Нам поехать с тобой? Что такое? Да, важное дело. Есть или нет, потом обсудим это. Не знаю. Это касается меня. Вас не касается. Я улажу. Вы отдыхайте, хорошо? Правда. Пусть люди отдохнут. Увидимся. За меня тоже отдохните, правда. Я потом исправлю. Эмре, увидимся. Тогда мы поедем? Нет, у меня упало настроение. Увидимся потом. Но... мы тоже поедем тогда. Я замерзла очень. Спасибо. Готова? Готова. Я забыла телефон у сестры, мне нужно им сообщить. Неважно, позвони через меня. Я отвечу на звонок. Сестра, алло, Санем? Я вышла с Джаном вместе, позвонила, чтобы ты не переживала. Я застряла в туалете. В туалете застряла? Застряла в окне. Были тяжелые моменты. Как ты застряла в окне, Санем? Мне приехать к себе или отправить кого-нибудь? Нет-нет, мы с Джаном вместе выезжаем. Не переживай, я поэтому позвонила. Хорошо, никому не говори, что я с Джаном. Я тебе все расскажу, как приеду домой. Хорошо. Хорошо, не скажу. Я тоже вернусь, Сайхан. Что мне еще делать? Хорошо, договорились. Увидимся. Увидимся. Скажу кое-что. Где Джан? У него появились дела. Уехал. Да. И Санем никак не выйдет из туалета. У Санем болела голова, поэтому она поехала домой. Я вернусь, Сайхан. Айхан и Джей-Джей уехали, у него спина заболела. Да. Я отправлю ей сообщение и поговорю с ней. Прости, это очень странно. Джан – начальник, может делать что угодно. Но Санем ходит вокруг как координатор. Раз ты координатор, ты не можешь уехать домой, никому не сказав, потому что у тебя болит голова. Что теперь будет с этими людьми? Что будет? Снова все на мне. Прости, Даран, это дело на тебе. Лейла? Господин Эмре? Если хочешь, я тебя довезу до дома. Нет, не буду вас утруждать, я сама уеду. Ты права, это будет меня утруждать. Не глупи. Послушаем, Даран, немного останемся здесь, а потом поедем. Хорошо, ладно. Все в порядке?
В порядке. Лишь бы ты не говорила, что Джан повезет тебя домой. Не хочешь? Нет. Может быть, мы поехали бы в другое место, поэтому... В другое место? В такой час? Куда, например? Ко мне. Домой? В такое время? А что такое? Не знаю, что мы будем в такое время делать дома. Ну, поспали бы вместе. Я бы ласкал твои волосы, пока ты не заснешь. Потом бы тихо встал, чтобы ты не проснулась. Но сначала бы вдохнул твой великолепный запах, чтобы он сопровождал меня во сне. Что-то в этом роде. Я думала, что мы покушаем тост, посмотрим фильм. Это мы и так делаем, не стоит говорить даже. Поняла. Тогда поехали. Хорошо, поехали. Постой, постой. Простите, я могу взять бокал красного вина? Спасибо. В такой важный день для нашего агентства. Почему без настроения, Дэрен? Тебе-то что? Только не говори, что это наше агентство, войдем в привычку, будем везде так говорить. Это не твое агентство. Ты тоже права. После того, что с тобой случилось... Что со мной случилось? Перестали обращать на тебя внимание, малышка. Когда я ушла, агентство осталось на тебе. А потом пришла Санэм. И кайф закончился. Что ты хочешь сказать? Думаю, что новый координатор Джана... Санэм? Не думай, нападает. Если ты окажешься за дверью... Не удивляйся. Креативный директор агентства – я. Санэм, только принеси, подай. И новый стажер. Все? Не мечтай. И координатор. И представитель. Они любят друг друга, Дэрен, ты не видишь? Я думала, что ты умная женщина. Эта любовь переступит твои планы на карьеру. Что ты несешь? Наше агентство не из таких. Все места именно такие, Дэрен. Одни приходят, другие уходят. Это закон природы. Верно. Это закон природы. Есть и селекция, я знаю. Меня никогда не выгонят с агентства. Ты жалей себя. К тому же, почему мы тут разговариваем? Мы не друзья, мы с тобой никто друг другу. Ты любишь меня. Не люблю тебя, Айлин. Я пойду. Так, хорошо. Так, хорошо, думаю. Мы? Да. Мы отлично. Чересчур. Да. Но мне нужно идти уже. Может, до утра будем тут? А утром поедем вместе на работу. И чай возьму утром. Отлично. Но... Мне надо идти домой. Окей. При одном условии. Если ты хочешь, чтобы я отпустил тебя, позволь мне вдохнуть твой запах, потому что это мне будет нужно, чтобы дожить до утра. Да.
Что, что опять? Мы в квартале. Ну да, я ведь привез тебя домой, не помнишь? Помню, конечно, но мы в квартале, нас так могут увидеть. Теперь я не могу тебя поцеловать? Я тоже очень хочу тебя поцеловать. Я тоже очень хочу. Но нам невозможно сделать это в нашем квартале. Мы ведь возлюбленные. Тогда я приеду утром за тобой. Поедем вместе на работу. Можно так? Как? Но ты же моя возлюбленная. Поедем вместе. Да, твоя возлюбленная. Но я каждое утро иду на работу с сестрой. А, рутина. Да, рутина. Понял. Кто это? Санэн? Что это она делает в такое время? Не хочу, чтобы в квартале сплетничали про нас, когда еще даже мама не знает об этом. Я расскажу маме. Потихоньку расскажу. Дай мне немного времени, хорошо? Хорошо. Тогда я пойду. Хорошо. Доброй ночи. Бай-бай. Осторожно только. Что-то пошло не так. Она пьяна? Упаси Господи. Я оступилась. Где мои ключи? Хорошо, все. Это запасные. Интересно, знает ли про это мой вкус? Да погоди, Мелихат. Боже, стой, Санэм умненькая девочка, знает, что делает. Проголодалась я теперь. На ночь глядя, снова проголодалась. Уровень сахара понизился еще. Пойду-ка я. Презентация хорошо прошла, господин Эмре. Правда, мы получили плоды от нашего труда. Да-да, все было хорошо. Но самое красивое, что было, это ты. Спасибо. По-моему, Санэм приготовила хорошую презентацию, хорошо справилась. Да, хорошо, под конец собралась. Но, по-твоему, не странно было то, что она так резко ушла, сказав, что разболелась голова? На самом деле, у Санэм не болела голова, я не смогла сказать это там при всех. На Санэм пролили вино, и она пошла в уборную, чтобы привести себя в порядок, а потом как-то оказалась запертой там. Да ладно. А потом, когда решила выпрыгнуть из окна в уборной... Застряла там, заморала всю одежду. Не хотела в таком виде возвращаться к гостям. И господин Джан отвез ее домой. Господин Эмре? Прости, Лила, я просто представил все это. Но разве это не смешно? Правда, очень смешно. Да и как можно застрять в окне? Представь, как Санэм свисала с окна. Боже мой. Все, здесь, господин Эмре. Большое спасибо, господин Эмре, и вас утрудила. Надеюсь, не скажешь, что утрудила меня. Нет, не скажу. Хорошо тогда, завтра увидимся. Увидимся. Прости, пожалуйста, не смог сдержаться. Нет, не страшно, господин Эмре. Лила. Да? Словно что-то притягивает меня к тебе. Я не могу этому противиться. Поверь, я не знаю, что с этим делать. Понимаю, тебе тоже неловко от этого. Мне надо было сдержаться, контролировать свои действия. Да нет, господин Эмре... Вам не стоит сдерживаться. Вот как? Ладно, хорошо, не буду сдерживаться. Лейла? Да что с этими девчонками происходит? И спят все. Хорошо, тогда увидимся. Доброй ночи. Увидимся.
Доброй ночи. Доброй ночи. Что происходит с этими девочками на ночь глядя? Господи, боже мой. Очень красивая. Мне надоела уже эта игра в друзья. Ты моя возлюбленная. При одном условии, если ты хочешь, чтобы я отпустил тебя, позволь мне вдохнуть твой запах, потому что это мне будет нужно, чтобы дожить до утра. Да. Ох, отличный кофе, свежие печеньки. Доброе утро. Доброе утро. Я заварил тебе чай. Ну, хоть иногда ты думаешь о своем брате, правда? Нам надо поговорить. Позвоню, как будет возможность. Сейчас поговорим. Я у двери. Если хочешь, могу зайти в дом. Резко ты встал. Голова не закружилась? Не закружилась. У меня пару дел, потом приеду в агентство. Хорошо. Дай бог тебе сил снова за дело. Давай, увидимся. Возьми пару печенюшек. Приятного аппетита. Девочки, кажется, ваша мама меня простила. Мевкебе, иди садись, моя жизнь. Без тебя не хочу кушать. Иди, садись сюда.
Здесь же был большой хлеб. Не хочется кушать, все проглотил. Евкебе, это же белый хлеб. Все кушают белый хлеб. Кушают, а не глотают. Аккуратно, по кусочкам кушают. Потом твое давление поднимается. Господи. И говорю, потому что думаю о тебе. Обо мне думаешь, Мифкебе? Или ты меня просила? Я сделал тебе хлеб с вареньем. Что это, Нихат? У меня что ли в животе склад, как у пеликана? Сам кушай, не думай. Девочки, рассказывайте. Что? Снова начались эти взгляды. Что вчера произошло? Расскажите. Господи. Что вчера ночью произошло? Что? Мама спрашивает, смотря на тебя. У тебя мама спрашивает. Расскажи, что вчера произошло, расскажи. Тебе нужно рассказать. Санем, все новости у тебя. Мама, ты не поверишь, что произошло? В этой семье такие разговоры сестра ведет. Поэтому расскажи, сестра. Расскажи, что произошло. Дочка, мне плохо стало. Расскажи. Тогда я расскажу. Говори. Да. Господин Джан, твой пиджак очень красивый. Да, это так. Господин Джан вызвал на сцену, чтобы она сказала речь. Правда. Мама, не поверите, Санэм такую речь сказала. Так прекрасно было. Несмотря на все, так хорошо рассказала. Всем понравилось, и я гордилась сестрой. Впервые за столько лет я гордилась так сильно Санэм. Я вас заставила гордиться. Молодец, моя дочка, молодец. Прекрасная дочка. Папина дочка. Моя дочка. Мамина дочка. Слава Богу, вы нас не разочаровали. Вы научились стоять на своих ногах, начали работать. Поднимайтесь на самые высокие лестницы. Нет, Мифкебе, пусть настолько не поднимаются. Почему ты говоришь, Нихат? Им стать домохозяйками? Ты говоришь, что место женщины – дом, им нельзя вмешиваться никуда. Говоришь, чтобы женщины не вмешивались в общество, так говоришь? Нет, такое не говорю, Мифкебе. Я разве так сказал, Господи? У больших достижений большие проблемы. Например, ты стала главой района, и все проблемы пришли в наш дом. Не так ли, начальник? Но я наелся. Я, пожалуй, тогда пойду в магазин, Мифкебе. Хлеб? Мифкебе. Я тогда возьму, увидимся. Приятного аппетита. Хорошо. Увидимся, папочка. Тебе нужно было видеть реакцию. Все стоя аплодировали. Все и так стояли на ногах, но и чувствовала, что для меня. Мама, ты бы видела, я бы заплакала. Настолько хорошо было. Я молодец. Давай тогда пойдем на работу, не будем опаздывать, да? Встаем, проводи нас. Давай, мама. Пусть Бог поможет вам, скажи. Проводи нас. Пожелай нам хорошей работы по машинам рукой, давай. Что делаем? Идем, давай, пошли. Тогда я подниму и там провожу. Давай, давай. Давай. Мама, не делай так. У нее язык не сворачивается. Я ему язык сверну. Ты привязала папу к себе, как котенка, без тебя не может. Он котенок, да, неблагодарный. Почему котик неблагодарный? Это ваш отец неблагодарный. Почему вы всегда папу защищаете? Давай, мы опаздываем на работу. Начальник, не делай так. Не делай. Давай, мы опаздываем на работу. Давай, идем на работу. Еще чего, Мелихат. Добро пожаловать. Девочки, вы еще здесь? Что случилось? Тетя Мелихат, нет нас? Мы опаздываем. Давай, Санэм. Стой, ваш транспорт еще не приехал. Какой транспорт? Увидимся. Давай, мамочка. Целую. Пусть Бог поможет. Пусть поможет, поможет. Девочка, они на автобусе едут. Так, Господи. Чай есть? Ты налей чай, я тебе расскажу, на автобусе или нет. Что с тобой с утра? Пыхтишь.
Что такое, Алин? Ты не можешь приходить в любой момент. Эмре, я должна видеть тебя тогда, когда хочу. Мы неделями не можем нормально видеться. И в агентство я не могу прийти. И вчера вы с Лейлой были довольно близки. Пока я так далека от тебя, она так близка. Меня ты сводит с ума. Боже. Ясно. Ты довольно счастлив со своей новой игрушкой, а меня ты забыл. Игрушка? Ты не понимаешь, что говоришь. Говори правильно. Ты, оказывается, заинтересовался этой девушкой больше, чем я думала. То, что я отдалился от тебя, никак не связано с Лейлой. Я больше ничего не чувствую к тебе. И между нами лишь рабочие отношения. Ты не можешь этого решать, Эмре. Я решаю. Я не такой маленький кусочек, как ты думаешь. Будь осторожен, иначе застряну в глотке. Ты мне угрожаешь? Это лишь небольшое предупреждение. Ты мне неделями говорил, что близок с этой девушкой, потому что используешь ее. Интересно, если Лейла узнает об этом, посмотрит тебе в лицо. Айлин. Эмре, если ты думаешь, что сможешь так просто от меня отделаться, ты ошибаешься. Да и кто эта девушка, и кто ты? Мы с тобой одинаковые. Мы душевная пара. Будет хорошо, если ты тоже это примешь. Я не одинаковый с тобой. Ты вытаскиваешь все самое плохое во мне. Но я не весь такой. Лейла. Она увидела хорошего человека во мне. Между вами это самая большая разница. Джан мой брат. Я зол на него, да. Но я верну лишь то, что мое. Не расстраивая своего брата, и стану тем Эмре, которого хочет Лейла. Эмре, уже очень поздно. Ты не такой. Стрела выпущена из лука. Не старайся понапрасну из-за того, кем стать не можешь. И если мы будем обсуждать работу... Эта девушка не была в наших планах. И ты не думал о том, что Джан твой брат, когда рыл ему яму. Думаю, тебе надо быть осторожным, потому что одним моим словом все твои мечты будут разнесены в пух и прах. Черт возьми. Нет-нет, ты молчать не собираешься. Ты все скажешь. Конечно, скажу, чего мне скрывать. Чего ты скажешь, сестренка? Я тебе кое-что расскажу, но это останется между нами. Санэм, можешь уже мне довериться? Конечно, это останется между нами. Мы... Ладно, забудь. Санэм, если ты расскажешь мне, я тоже кое-что расскажу тебе. Мы с Джаном стали парой. Как? На самом деле? Не начинай сейчас волноваться за меня. Нет, я больше за тебя не волнуюсь в этом плане. Чувства господина Джана к тебе настоящие. Он это много раз доказал. Я очень рада. Расскажи детали, что случилось. Вчера ночью он взял мою руку. Сказал, что хватит. И что ты сказала? Что я могла сказать? Ничего, у меня язык заплелся. Санэм, сказать тебе кое-что. Я и так знала, что вы будете вместе. Но я не ждала так быстро. Быстро? Сестра, я плесенью покрылась уже, где это быстро? Ладно, сестра, я очень рада на самом деле. Сестра, это был словно сон. Джан словно был тем рыцарем, что защитит меня от всех бед. Я почувствовала, будто пойду за ним, куда бы ни пошел. Он что, куда-то повел тебя? Да. Ну ты даешь. Отпусти уже свою бухгалтерскую натуру и открой сердце. Мое сердце тоже стучит. Довольно сильно. Как это? Санэм, господин Эмре вчера мне открылся. Как это открылся? Что он сказал? Сказал, что не сможет оторвать от меня глаз. Ты можешь поверить? Ты это хотела мне сказать? Да. На самом деле, есть еще кое-что. Что? После того, как господин Эмре вчера довез до дома, я почти вышла из машины, как вдруг он нагнулся. Не говори, что поцеловал. Не говори, что поцеловал. Да, поцеловал. На самом деле, поцеловал. Что ты за скорость? Да. Мне тоже это показалось слишком быстро. Но я чувствую себя очень счастливой. Это странно? Нет.
Ты же моя сестра. Я тебя ко всем ревную, поэтому так. Какую ночь пережили мы обе? Да, словно сон. Мы даже не подозревали. Как бы не сглазить. Да, не дай бог. А мама сделает обряд из глаза. Мама, надеюсь, не поймет? Дай бог не поймет, иначе будет конец света. Пошли, нам нельзя подавать виду. А то по нам сразу можно понять. То есть, ты говоришь, что Джан Санем и Эмре Лейлу по отдельности на машинах последней марки. Только представь, какими красивыми машинами для молодоженов они бы были. Скажем нашему флористу Назми, красиво украсит. Словно в сказках. Господи, боже мой, Мелихат, как еще машина для молодоженов? Да и почему они не могут подвезти? Они же начальники, работа закончилась поздно. Сделали добро, подвезли, что в этом такого? На разных машинах. Одни. Только по доброте своей. Ты говоришь, почему их не подвезли на одной машине? Не я говорю, ты говоришь. Если ты так думаешь, только представь. О чем будет судачить народ? А о чем будет? Да о чем будет? Ты помнишь дочь нашей Гюль? Из-за того, что она каждый день ехала на одном автобусе, они и начали идти слухи с шофером. Это такая вот улица. Боже. Пусть языки их оторвутся. Забей. Пусть говорят, что хотят. Можно подумать, кому из них так крупно повезло с судьбой. Это все выбор, матушка, выбор. Какой выбор? О какой судьбе ты говоришь, Мелихат? Я ничего не говорю, Мивкош. Все говоришь ты. Но ты заставляешь говорить. Да уж, правильно говорят, что лучше пусть человек умрет, чем о нем выйдут слухи. Если тут что-то происходит, все сразу обвиняют Мелихош. Чай закончился, пойду новый заварю. Не заваривай, пить не будем. Я из-за двух чашек превратилась в чайник. Не знаю, откуда мне сейчас выпустить пар. Пойдем попьем. О чем еще поболтаем? Заходи, Дорен, заходи. Ты свободен? Хотела спросить, видел ли ты новости? Ты на них и смотришь. Разве это был не великолепный вечер, Дорен? Да, наделала много шуму. Но надо сказать спасибо тому, кто забросил главный гол. Дорогой, это все-таки моя работа. Не говори так, Дорен. Если бы не Санем, все это приготовление закончилось бы фиаско. Вот, идет. Аплодисменты. Доброе утро, госпожа Дорен. Что вы делаете сейчас, я не поняла. Тебе аплодируем, Санем. Кстати, доброе утро. Аплодируем тому, как ты своим умом подняла нашу работу на вершину. Это все благодаря уму случилось, да? Действительно. Все мы в шоке. Спасибо, вы меня смущаете. Ты не смущаешься. Что? Говорю, что ты не смущаешься. Ты же такая самоуверенная. Ты гордишься тем, что делаешь? Я так думаю. И чему мы еще аплодируем? Больше ничего, потому что мне хватило. Аплодировать не буду. Еще много дел надо сделать. Сколько еще болтать-то? Мелкие клиенты раздражаются из-за этих крупных дел. Сегодня должны быть прописаны множество рекламных проектов. Именно так. Я как раз об этом и хотел сказать. Перед нами, госпожа Дорен, новая журналистка нашего агентства. Стажер. Да нет, полноправный член нашего кадра. Как это я сейчас? Да, Санем, да, поздравляю, ты теперь журналист нашего агентства. Я не могу поверить! Джан! Господин! То есть, господин Джан! Новый координатор Джана идет огромными шагами, Дорен. Наконец-то! Наконец-то! Я стала копирайтером. Дорен, ты не поздравишь Санем? Поздравляю. Поздравляю. Санем, ты теперь кто знает, какие должности будешь занимать. Я пойду, поработаю. Потому что я нормальный работник. Уважаемый копирайтер, теперь будем вместе работать, когда у вас будет время. Закончу чай, приду, госпожа Дорен. Я не заставлю вас долго ждать. Приду. Дорен, ты расскажешь всем про положение Санем.
Конечно. Ведь мне выпадает рассказать эту счастливую новость. Больше всех мне выпадает. Пойду расскажу. Не могу поверить. Идем, идем. Покажу тебе фотографии со вчерашней ночи. Но если ты будешь так смотреть... Как? Взгляд, поцелуй меня. Я так смотрю? Немного так. И сейчас так. Почему тогда не целуешь? Ты разве не мой парень? Или ты начальник? Ты Джан или господин Джан? Не поцелуешь? Не, не поцелуешь. Тебе нравится, что я сейчас в такой сложной ситуации? Что мне больно? Тебе нравится? Ну? Мы немало намучились до того, как стали парой. Целый год испытывали муки. Двенадцатое, 13 декабря. День шопинга 12-е. Среда 13-е, четверг. В торговом центре Volkswagen. В торговом центре Volkswagen. Дэрен, ты не видишь, они любят друг друга. Я считала тебя умной женщиной. Прошу, пусть это будет не так. Пусть такое не случится со мной. Они пара. Могут быть парой. Точно пара. Точно пара. Пара? Знала я, знала. Госпожа Дерен, прошу, ваш кофе. Спасибо. Приятного аппетита. Я не смогу всего этого выдержать, это слишком. Ты все это заново. Потом покажешь еще. Хорошо, я тогда сразу их тебе принесу. Лейла? Тебе сразу нести? Да, дорогая. Хорошо, мне принесешь. И кто эта девушка, и кто ты? Мы с тобой одинаковые. У нас похожие души. Прими это. Господин Эмре, можно войти? Входи, конечно. Как вы? Хорошо, спасибо. Что-то случилось? Нет, я увидела, что вы пришли. Нужно это подписать. Господин Эмре, что-то произошло? Вы в порядке? В порядке. Немного голова забита сейчас. Держи. Хорошо. Спасибо. Девочки. Знаете, что я слышала только что? Господин Джан и Санэм, знаете? Что? Джей-Джей, знаешь, что случилось? Что случилось? Глаза заболели. Спину прихватило. Только собирался спать, но не смог. Так остался. До самого утра до сна так оставался. Потом позвонила госпожа Дерен, и на ее голос только так. Пришел в себя. Пусть останется в прошлом. Сказал бы. Джей-Джей? Слушаю. Кофе. Госпожа Дерен, я возьму. Я прочитал в одном журнале, что у людей, пьющих много кофе, проблемы с костями. Кофе?
У людей, пьющих много кофе, проблемы с костями. Джей-Джей, знаешь, что бы ты сегодня ни сделал, я не стану на тебя кричать. Кофе! Проблемы с костями. Кофе! Бывают проблемы с костями. Кофе! Пусть растают твои кости. Кричишь перед сном. Друзья, пройдите сюда. Объявление. Все подошли? Да. Друзья, если все в сборе, сделаю объявление. В нашем агентстве произошло несколько изменений в должностях. Я точно. Наша Санэм больше не стажер. Да, она сама тоже идет. Прошу, прошу, чтобы не было так, будто говорим за спиной. Прошу. Наша подруга Санэм повышена до должности копирайтера в нашем агентстве. Браво! Труд вознаграждается. Да, да. Поздравляю, Санэм. Большое спасибо, спасибо. Поздравляем. Я много трудилась. Джей-Джей знает. Да. Очень старалась. Много работала. Поздравляю, Санэм. Спасибо, господин Джан. Дэрен, я ухожу. Куда, господин Джан? У меня работа, Санэм. Разве ваша работа не здесь? Что за работа? Другая работа, Санэм. Что за работа, интересно? Санэм, он ведь начальник. Мы не можем с него спрашивать, и это нормально. Если ты в будущем добьешься этого, мне кажется, для тебя это не проблема. Ты тогда спросишь с него. Да, Джей-Джей. Госпожа Дорен, есть еще кадровые перестановки? Что это, Джей-Джей? Разговор об этом сейчас. Я сказала, не стану кричать на тебя, Джей-Джей. Кофе. Я принесу. Дорош, есть изменения должностные, связанные со мной. Если не можешь сказать среди людей, можешь сейчас сказать. Я знаю, что есть. Какой отдел, какое управление, повышение. Повысь. Подними меня на вершину. Давай, рассказывай. Ты меня испытываешь, Джей-Джей? Не буду на тебя кричать, Джей-Джей. Какой отдел? Уже и кофе мне не приносите. Мое слово теперь ничто, так? Госпожа Дорен, который отдел? Ты переборщил, Джей-Джей. Она не может сказать прилюдно. Меня повысят, увидишь. Я тебе скажу. Замолчи. Я тебя уволю. Когда изменится моя должность, я уволю тебя. Веди себя хорошо. Ты меня уволишь? Куда он, по-твоему, пошел? Не знаю. У него дело. Какое дело? Не знаю, не сказал. Я об этом говорю, наивная. Что у него за дела без тебя? Да, так же. Что за дела? Вы разве не пара? Пара? Разве пара? Что у него за дела, о котором ты не знаешь? Я жду тебя на парковке, придумай отговорку, выходи, твой возлюбленный. Что случилось? Замолчала. Что случилось? Ты интриганка. Госпожа Дэрен, я хотела спросить у вас. Санэм, я сейчас занята. Ты ведь стала копирайтером. Предлагаю общаться по переписке, например, по почте. Как тебе? Предлагайте общаться по-профессиональному, именно так. Хорошей работы. Спасибо за кофе. Джей-Джей? Слушаю. Что случилось с ней? Она разозлилась, с ума сошла совсем. Она вне себя, эта женщина. Хорошо. Мне нужно выйти. Прикрой меня. Куда ты идешь, Санэм? Говори. Или, если это тайна, не говори. Скажи, немного скажи. Все, не говори. Срочно? Срочно, но я не смогу прикрыть. Она с ума сошла. Сама ведь сказала. Ты мой самый близкий друг. Ты справишься? Да. Мой сладкий друг. Так и используй. Используй мою доброту как оружие. Джей-Джей! Слушаю. Куда она пошла? Откуда мне знать, Гюлис? Не знаю. Но вы ведь говорили, я слышала. Мы не говорили, не глупи.
Вы здесь, значит? Джей Джей, Гюлис, я тут подумала. Постоянно работаем, не можем уделить друг другу время. Поэтому я решила вместе поесть. Я заказала нам троим обед, поэтому не пропадайте. Хорошо? Хорошо? Посмотрим, что за этим кроется. Что такое происходит, как ангел? Скажешь? Иди узнай. Что узнать? Я так испугалась. Это я испугался. Почему? Испугался, что не выдержу и обниму тебя при всех в агентстве. Мы всегда будем встречаться на этой парковке? Нет, есть парковки получше, можем там встречаться. Не издевайся. Куда? Сюрприз, моя любимая. Любимая? Я так проголодалась. Очень. Я наелся. Всем приятного аппетита. Пока. Куда ты, Джей Джей? Садись. Госпожа Дерен будет ждать. Госпожа Дерен будет ждать, конечно. Но чего будешь ждать? Госпожа Дерен будет ждать ответов на свои вопросы. Почему ждет? Каких ответов? От кого? От вас. Джей Джей, не уходи, подожди. Хорошо. Мое терпение лопнуло, и я скажу прямо. Уничтожу того, кто будет мямлить. Не видел, не знаю, не слышал. Наверняка в уборной. Кто? Санэм. Я не об этом, Джей Джей. То есть о Санэм, но это другой вопрос. Закрой дверь, чтобы не услышали этот позорный разговор. Пусть никто не слышит. Сломай себе мозг. Да. Итак. Спрашиваю. Санэм и Джан вместе. Вернее, язык не поворачивается сказать. Встречаются? Они встречаются? Они встречаются, я вас спрашиваю. Да, вы спросили, я не знаю. Значит, вы что-то знаете, раз спросили. Мы знаем, потому что вы сказали, но не совсем знаем. Это не точно. Вы сказали, что знаете, и кажется, что мы тоже знаем. Я не знаю, это вы сказали, что они встречаются. Ты начал нести бред, ты точно знаешь что-то. Но раз ты застрял, то Гюлис... Госпожа Дерен, я тоже от вас услышала. Вы сказали, я впала в шок. Как от меня услышала? Где? Вы в своем кабинете говорили, что они встречаются. Так и услышала. А, Гюлис, ты подслушиваешь госпожу Дерен? Не говори глупости, Джей Джей. Лгунья. Я кофе относила. Не пытайтесь перевести тему. Спрашиваю еще раз. Джан и Санэм вместе? Я не знаю, госпожа Дерен. Если бы знал, сразу бы сказал. Я ведь не умею хранить тайны. Не могу хранить тайны. Скажи же, Гюлис. Я сразу бы сказал. Даже не понадобилось бы спрашивать. Я бы рассказал обо всем еще, когда вы сидели в своем кабинете. Я бы сказал, что Джан и Санэм в лесу ц... Что за ц... Джей Джей, никак не договариваешь. Скажи, пожалуйста. Вы собирались заказать нам еду, поэтому позвали сюда. Оказывается, это ваш план. Человечность вымерла. Я пошел и не буду ничего есть, я сыт. До встречи, пока. Хорошо, Гюлис, ты мне скажи. Госпожа Дерен, я не знаю. Но никто мне не рассказывает, никто ничего не знает. Что будет в будущем? Мне нужно подготовиться к событиям, Гюлис. И еда не помогла. Да. Наконец сможем остаться наедине. Наедине? Мы много помучились, чтобы дойти до этого момента. Настрадались. Играли в друзей. Никак не могли завершить эту игру. То, что мы вместе, тоже очень спонтанно получилось. Мы ведь были друзьями. Да, было нелегко, но все же мы были друзьями. Да. А теперь мы пара. Моя любимая. Скажу тебе кое-что. Я понимаю, ты не хочешь, чтобы твои родители знали, понимаю. На некоторое время. На некоторое время, ладно. Я уважаю твое решение, и ты не хочешь, чтобы в офисе знали об этом. И это ладно, это тоже понимаю.
Такими темпами мы и забудем, что мы пара. Может, уже хоть сами будем знать об этом и будем вести себя соответственно. Я хочу перестать притворяться перед другими и начать относиться к тебе так, как мне хочется. Хочу, чтобы ты почувствовала мое сердце. Я хочу чувствовать твое. Я в тебя очень влюблен, Санэм. А я в тебя очень влюблена. Тогда пусть начнется любовь. Начнем тогда. Начнем. А это магазин нашего района. Тетя Мевкиде, здравствуй. Здравствуй, сынок, добро пожаловать. Спасибо, дяди Нихата нет? Пошел за товаром, вернется через полчаса. А тетя Мевкиде глава нашего района. Вся красота вокруг принадлежит ей. Ну что ты, Осман? Сериал, в котором я снимался, нужны съемки в каком-нибудь районе, и я привел их сюда. Очень хорошо сделал, очень хорошо. Добро пожаловать. Здравствуйте, госпожа, спасибо. У вас здесь так спокойно, такая приятная атмосфера. Думаю, здесь мы и будем снимать. Супер. У нас чудесный район. Их покажут по телевизору, Айсу. Добро пожаловать, не считая нескольких недостатков. Я Айсун Кая, кажется, вы пришли, чтобы начать здесь съемки. Да. Только это простенькая дешевая часть нашего района. Есть места покрасивее, и мой дом там. Вам и особняк нужен наверняка. Мне будет очень приятно принять вас в своем доме. Спасибо за приглашение. Только нам нужна теплота и искренность. А это все здесь. Теплота и искренность, сказал, значит, ты тут ни при чем. Давай, давай, иди. Учитель, все подходит. И погода хорошая. Думаю, у нас получится спасти ситуацию. Друзья, вы молодцы, это отличная новость. А как магазин, можем использовать ваш? Конечно, ну что вы, прошу. Можете использовать мой дом как магазин. Вы проходите, не обращайте внимания. А мой дом в этой стороне. Боже мой, отпусти. Совсем рядом. Настаиваю. Минуту. Дамы. Тетя Мевкиде. Но так нельзя ведь. Что происходит? Что происходит? Да, Музафер. Татарин Музафер. Даже Раки Татарин Музафер. Мы родились уже держа смерть в руках, роза моя. Мы облизывали пули, чтобы зарядить оружие. Выстрелю вам в голову. В голову? Или выстрелю вам в головы? Выстрелю вам в головы. Музафер, что ты делаешь? Приди в себя. Ну что, снято? Снято? Ну как вам? Я прорепетировал эту сцену дома. Я невероятно убедителен, не так ли? Номинант на Оскар Музафер. Вокруг одни идиоты. Что это такое? Ты больной? Что такое? Как это? Оружие? Оружие без пуль, смотри. Нет, учитель. Нет, мама. Нет-нет, не настоящий, клянусь, просто стреляет в воздух. Это не настоящий. Голодна? Да-да, тогда я сейчас же сделаю. Наберу воды для макарон, приготовлю макароны. Макароны, тогда болоньезе. Болоньезе? Нет. Нет, я не умею готовить болоньезе. Я думаю, что... Ой, голова закружилась. Думаю, что... Что? Приготовить макароны с помидором. Это почти то же самое. Ты умеешь, можно сказать. Как это? То есть, я умею готовить соус болоньезе? Еще как умеешь, моя единственная. Единственная? Единственная. Для болоньезе нужна кастрюля. А вот и кастрюля. Тогда нужен фартук, потому что сегодня ты шикарно выглядишь. Не запачкайся. Надень. Спасибо. Пожалуйста.
Сделала отличные макароны. Как же они подгорели? Мы долго танцевали. Что нам сейчас делать? Останемся голодными. Да не останемся. Здравствуйте, рада видеть. Спасибо. Ваш заказ. Сколько? 79,90. Значит, с копейками. Попросить у тебя сейчас сдачу. Оставь, бери. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Легкой работы. Не могу поверить. Ты заказал пиццу в то время, как я готовила? Подумал, что я не смогу приготовить? Нет, не пойми неправильно. Совсем не так. Я заказал, чтобы была альтернатива какая-то. Чтобы не питались одним блюдом. Для разнообразия заказал. Да и вообще, ты очень даже хороша в кулинарии. Но надо еще отметить, что кухня тоже хороша. Хорошо продержалась. Правда. Она смирилась со своей судьбой. Браво ей. По-моему, она отлично справилась. Ты издеваешься надо мной? Ты сейчас издеваешься надо мной? Спасибо тебе. Да, и по-моему, спасибо. Пусть только любовь и царит здесь. Я обиделась на тебя. Обиделась? Да. Почему? Ну, я шучу, спорю с любимой. Человеку нравится поспорить с любимым человеком. Ну, я просто не привыкла к этой кухне. Иначе был бы здесь этот лук. Разве я бы стала так портачить? Привыкай тогда потихоньку. Привыкай. Ну, или обставь здесь все как хочешь. Пусть будет по-твоему. Ты ведь моя возлюбленная. Возлюбленная. Да, возлюбленная. Я куплю тебе огнетушитель. Будешь опрятно, спокойно работать, не напрягаясь. Вон как. Да, куплю у кого-нибудь хорошенький, новенький. Наш чай готов? Макароны подгорели, но чай готов. Супер, супер. А фильм выбрали? Его выбрала. Отлично. Может, начнем уже есть? Давай. Да и вообще я пиццу хотела есть. Откуда макароны взялись? Я оставляю кухню в таком состоянии. Наливаю чай. Да и все нормально с кухней. Может, ты не умеешь делать макароны, но у тебя отлично получается заваривать чай с Анем. Мы так с коробки будем есть. Сейчас принесу тарелки. Иди сюда. Будем есть, как первобытные люди. Как влюбленные, забывшие все на свете от любви. Возлюбленные так едят пиццу? Бывает же, что влюбленные днями могут лежать на диване и не знать, что происходит в мире. С такими чувствами, по-моему. Поняла. Знаешь, до тебя у меня не было молодого человека. Правда? Это отличная новость. Я удивился, но обрадовался. Удивился? Хотя у тебя наверняка было много девушек. Но раньше никто так не дотрагивался до моего сердца, как ты. Значит, я твоя первая любовь, а? И ты моя первая любовь. Да и разве любовь не бывает раз в жизни? Я тогда включаю фильм? Нет. Не отвечает, никак не ответит, не дозвонюсь. Госпожа Джейда, я, к сожалению, не могу дозвониться до господина Джана. Никак не смогла. Госпожа Дерен, я о том же говорю, с утра не могу дозвониться до господина Джана. Но мы как-то найдем способ связаться с ним. Вы, думаю, кого бы спросить?
А вы немного разозленная, торопитесь куда-то. И вы правы. Что это за настойчивость? Разве надо представителю агентства бежать за этими делами? Надо, Гюлис. Не в каждом агентстве есть Джей-Джей. Значит, офис-бой? Очень жаль. Да брось ты это. Госпожа Дерн, глазами ищи Санэм, скоро на тебе отыграется. Я тогда не буду светиться тут. Идет, идет. Джей-Джей. Джей-Джей. Джей-Джей, говорю. Санэм где? Где? Да сними же это, не бесите меня. Где Санэм? Санэм в уборной. Хорошо, скажи, как выйдет из уборной, пусть сразу подойдет ко мне. Не сможет. Как это не сможет? Не сможет подойти, потому что у нее разболелся живот, у нее там диарея. Она, может, уже поехала в больницу, не знаю, в последний раз была в уборной, но может и в больницу поехать, ее может не быть сейчас в агентстве. Какие никчемные подробности ты меня посвящаешь, противно. Говоришь этой Санэм, что пришла сюда. Я не Санэм ищу. Но она же координатор проекта, может... Нет необходимости. Мне надо связаться с Джаном. Сделаем так, я подожду в его кабинете, а вы, когда дозвонитесь до него, сообщите мне, хорошо? Конечно, как вам угодно. Сопровожу вас. Хорошо, увидимся. Именно так. В уборной, да? Она же не в уборной. А ей в уборной надо быть. Хочешь, чтобы у твоей подруги была диарея? Я не об этом говорю, Джей-Джей. Говорю, что и господина Джана нет, и Санэм нет. Это совпадение? И если даже это совпадение, то какое по счету? И мы столько времени работаем в этом агентстве, нас не повышают. Как случилось такое, что повысили госпожу Санэм? Подумай-ка. Какое повышение ты ждешь, Гюлис? Повышение по сплетничеству. Ты будешь вице-сплетницей. Постоянно сплетни, 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 везде сплетничаешь. Какое повышение ждешь? Ты ведь не работаешь. Она работает, и поэтому повысили ее. Не слушаю тебя. Она заслужила это повышение. Конечно же, не на руку вам, Санэм. Да не, эта папка красная. Ребята, без меня вы... Немного неожиданно, но, по-моему, хороший финал. Да, да, хороший фильм. Ты что, плачешь? Это ужасный финал. Очень любили друг друга. У меня есть то, что поможет тебе. Помогло будто. Нам не надо совершать такие ошибки. Очень глупо. Это будет нам уроком. И по-моему... Очень бессмысленно. Так ведь, по очень глупым причинам расстаться. Телефон на беззвучном режиме. Телефон на беззвучном. Джей-Джей звонил. 50 пропущенных. Госпожа Дерен звонила 30 раз, Джей-Джей 50. Мне конец, ей-богу, конец. Тогда я пойду и поговорю с ними по телефону. И вообще мне надо уже выходить. Позвоню им в другой комнате. Тебе звонили? Звонят? Хорошо, я поговорю там. Алло? Санэм, где ты? Вышла. Иду уже. Стой, спокойно. Я сказал, что ты заболела, что у тебя диарея. Не поняла. Ты не мог придумать что-то другое? Не смог придумать ничего другого. Еще не нравится, как прикрываю тебя. Ты лежишь в больнице, хорошо? Что? Как это? А вот так. Сиди, где сидишь, и не приходи сегодня в агентство. По-моему, ты хочешь, чтобы меня уволили, но ладно. Поговорим с тобой потом, Джей-Джей. Да, хорошо, я понял. Но Джейда не говорила, что придет сегодня. Да, но я уже не знаю, что делать. Она же директор все-таки. А мы агентство, Дерен, и что с того? Да знаю, но она с утра ждет тебя. Наверное, что-то важное хочет сказать. Ты где сейчас? Дома. Хорошо, хорошо, сейчас приеду. Давай, увидимся. Закрой свой рот. Да сбрось ты уже. Мне, похоже, надо поехать в агентство. Начал виднеться дым. Агентство горит? Да нет, у людей головы сгорают. Я не смогу с тобой поехать. Ну, в агентство не могу. Джей-Джей сказал, что я в больнице. Ну и хорошо, подождешь меня здесь. Потом вечером снова поспим вместе. Ночью? И ночью? Но на этот раз в загородном домике, наедине. Ночью, в загородном домике. А нельзя? Можно. Но я сейчас должна выйти. Тогда поедем. Я заеду к себе на район, поговорю с мамой. Выйдем вместе. Хорошо. Хорошо. Ты уладь дела. Да. Вечером вместе.
Скажу кое-что. У меня для тебя сюрприз. Правда? Клянусь. Возлюбленные делают друг другу сюрпризы. На нашем районе прекрасный день. Дядя не хотите, тетя Мивкибе, помашите. Спустись. Привлекательный парень, мой брат. Осман, не делай. Ты кто такой? Тот, кто не замечает таких, как вы. Кто живет ради чести? Тот, кто никогда не изменится. Тот, кто не предаст никогда. Тот, кто не продаст любовь. Осман. Да, толкай. Отойди уже. Осман, вставай и бей. Гордость района. Что это за аплодисменты? Мы предупредили учитель. Сестра, тише, мы снимаем сериал. Сериал. Мы на съемках, что вы делаете? Спокойно, не надо так, не делайте. Прекрасные люди этого района. Пока мы снимаем, никто не хлопает, никто не говорит. Мы с самого утра еще не сняли ни одной сцены. Пожалуйста. Осман, начинаем со сцены, где ты бьешь. Хорошо, учитель, не обижайтесь. Мотивация, мотивация. Да, начинаем снова. Бей, начинай. Отойди ты. Да. Начинаем. Ты достал, убирайся отсюда. Да хватит уже. Богатый тип, клянусь, я изобью тебя своими деньгами. Вот же пришло наказание. К тому же сдачи не надо. Музо, мы все в свое время отдали. Осман, раздай это, ты молод. Музор, что ты делаешь? Ты молод, раздавай. Ты кто? Учитель, это кто? Никто не предупреждает там, учитель, предупредили. Закончили? Хватит уже, хватит. Учитель разразился, идет сюда, друзья. Ты что за человек? Ты уже тут сидишь у меня. Спасибо, легкой работы, ты кто? Я Музафер, господин, называют Музо. Если нужен супергерой, можете назвать Музомен. Почему? Потому что я решаю все деньгами и не призываю к насилию. Вот так вот. Теперь вам понятно? Сынок, я тебя не хочу. Прекрати. Это на сегодня? Завтра во сколько приходить? Утром? Скажи сценаристу, чтобы написали ему пару строк, иначе я уже не могу. Правда, со мной будет говорить сценарист? Главная роль? Главная роль, главная. Завтра в 4:30 будь тут, будь готов. Клянусь, я буду... В 3. Начинаем съемку. Да, прошу. Смотрите на Музо. Начинаем со сцены, где он бьет. Тишина. Тишина. Давай, давай. Ты достал, убирайся. Осман? Это что, шутка? Я уже не могу. У тебя есть хвост, сынок? Смотри ты. Сестра, что ты делаешь? Ко мне гости приехали, дядя, невестка, нужно приготовить. Перерыв. Я устал уже. Мне уже действительно надоело. Действительно надоело. А еда? У брата съемки. Привет, Джейда. Привет, Эмре. Ты ждешь брата? Да. Решил зайти, скоро придет. Нуждаешься в чем-то? Нет. Вечером встречи, я пришла об этом сообщить. Да? Брат обрадуется. Он расстроился, что не смог присутствовать с нами на вечеринке. Надеюсь, он свободен, иначе у человека очень тяжелая программа. Свободен, свободен. Не думаю, что откажет. Пришел. Пришли. Добро пожаловать, Джейда. Как дела? Где ты был? Не могла весь день дозвониться до тебя. Была важная встреча, телефон был на беззвучном. Если бы знал, не заставил бы тебя ждать. Не вопрос, Эмре позаботился обо мне, спасибо ему. Брат, у Джейды для тебя отличная новость. Вечером встреча, мы будем ужинать с Микини. Супер! Во сколько едем? Отсюда поедем. Джан, я и Микини. Вы втроем едете? Я вечером занят. Как? Брат, вечером у меня важное дело, я не могу перенести. Джан, я назначила эту встречу, потому что ты очень хотел. Человек внес нас в свою программу, потому что очень занят.
Я понимаю, Джейда. Не обижайся, спасибо, но... Важное дело. Не могу отменить, уже дал слово. Хорошо. Я сообщу тогда. В следующий раз сказала бы. Ну, ладно. Я пришла это сообщить, у меня дела. Увидимся. Увидимся. Я провожу. Увидимся. Я ничего не поняла. Легкой работы. Что происходит? Исчезает? Тайные дела? Что может быть важнее, чем ужин с его идеалом? Я... Нихат. Слушаю. Ты сегодня выпил лекарство от давления? Да, выпил. Ты думаешь обо мне? О девочках думаю. Что с девочками? Что-то случилось? Ты присядь. Если присядешь... Что случилось? Присядь, ничего. Так, вчера ночью, поздно, была ведь вечеринка агентства. Поздно были машины друг за другом. Амлиха, ты это видела? Что ты говоришь, Мифкебе? Я ничего не понял. Говорю, что господин Эмре Лейлу, а господин Джан Санэм привезли прямо до дома. На машине. Мелихат видела своими глазами. И что такого? В позднюю ночь на машине дошли до дома. Господи, лучше было бы, если бы они доехали на автобусе, да? Это, по-твоему, было бы лучше? Что такого? Они правильные, воспитанные молодые люди. Доверили им дочерей, они привезли их до двери. Что такого? Что скажут люди? Пусть что хотят, то и говорят, Мифкебе. Тот, кто слушает мнение людей, становится жвачкой у них во рту. Я доверяю своим дочерям, Мифкебе. Я их отправлю и даже не посмотрю, потому что их мать именно так воспитала. Да, Нихат? Конечно, Мифкебе. Красивая моя жена, дорогая моя жена, немного расслабься, ради бога. Смотри, ты после этого председательства забросила немного дочерей. Сначала ты должна была спросить у меня, а пошла и послушала Мелихат. Смотришь на то, что скажут люди. Смотри, председательство – это одно, женщина быть другое. Ты капитан этого дома, Мифкебе. Ты к такому привел, да? Браво, откуда-куда? Господи, а что, неправда, Мифкебе? Разве остался покой в доме? Из-за кого, интересно? Из-за кого? Из-за тебя? С кем я советуюсь, господи? Конечно, а кто я? Госпожа Мифкебе, кто я такой? Конечно, я Соленья. Соленья. Банка Соленья. Банка 10 лир. Если нужно будет, я в магазине. Увидимся. Досье на завтра готовы? Да, все готовы. Здоровья твоим рукам. Завтра увидимся. Увидимся. Увидимся, увидимся. Давай, ты не выходишь? Я еще один мейл кину, я забыла. Гюлис, выйдите. Хорошо, увидимся. Давай, пока. Господин Эмре? Слушаю, Лейла. Что-то нужно подписать? Нет, ничего не осталось подписывать. Все ушли. Хорошо, ты тоже можешь идти. Что-то случилось? Да, кое-что случилось. Вчера между нами кое-что случилось, или же я так подумала? Не знаю, почему вы так относитесь. Очень странно.
вчера был для меня словно сон. Вы меня поцеловали, очень тепло относились. Но сегодня все наоборот. Даже хуже, чем раньше. Я себя очень плохо чувствую. Почему вы так относитесь? Эйла. Да, ты права. Я не могу отрицать то, что было между нами, но я... Но? Я, кажется, все немного преувеличила. Господин Эмре, не поймите меня неправильно, но... Вы мне нравились и не могла сказать об этом, держала в себе. Но в последнее время то, что было, придало мне немного смелости. Я забуду все, что мы пережили и все, о чем говорили. Больше не побеспокою вас, не переживайте. Лейла. Послушай меня. Я подумал, что мы очень торопимся. Поэтому относился к тебе холодно, избегал тебя, но не смог. Не знаю. Есть то, что тянет меня к тебе. Не переживай. Я тебя больше не расстрою. Господин Эмре. 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 Я не знаю, что сказать. Не переживай. Даю тебе слово, я не буду больше тебя путать. Хорошо. Поужинаем. Мне нужно домой. Хорошо. Я тебя подброшу. Хорошо, ладно. Правда? Правда? Вы остались наедине, как возлюбленные. Да, как во сне. У меня к тебе снова дело. Что случилось? Говори, сестренка. Джан пригласил меня в горный домик. Горный домик? Будьте осторожны, еще медведи появятся. Пусть не появляются, Айхан. Пусть не появляются медведи. Мы будем смотреть с ним на звезды. Очень романтично. Мы и раньше смотрели в обнимку. Как и раньше. Но нам нужно придумать ложь, чтобы я поехала в горный домик. Скажу, что мы с Айхан пойдем в кино. Хорошо, можно. Я не подам виду, не переживай. Хорошо. Мне нужно готовиться или что-то приготовить нужно? Нужно, нужно. Ты в дорогу приготовь, потому что дорога дальняя. Что-нибудь да сделаешь, думаю. Хорошо. Может, и родителей позвать? Чего ты издеваешься надо мной? Девочка, ты возьми с собой свое прекрасное сердце. Что еще нужно? Это в тебе самое прекрасное. У меня кроме сердца сейчас никакой орган не работает. Все мои мозги улетели. Когда любовь приходит, у человека ничего не остается. Ладно, главный план. Я скажу маме, что очень много работаю и не уделяю времени Айхан. Она на меня обижается, купила билеты и сказала, что если не приду, не будет со мной разговаривать. Именно так. Как у меня работает мозг, видишь? Ты, эх ты. Задержался. Девушка звонит. Моя девушка звонит. Алло. Алло, Джей Джей? Айхан, алло. Алло, Джей Джей? Айхан, есть проблемы со звуком. В последнее время телефон что-то гонит. Минутку. Алло. Айхан, ты слышишь?
Джей-Джей, твой голос слышно очень далеко. Айхан? Айхан, сейчас произошло маленькое происшествие. Ты говори, я слушаю. Хорошо. Санэм сказала тете Мевкибе, что она пойдет со мной сегодня в кино. Но она будет с господином Джаном. Я отпросилась у брата. Потом решила тебе позвонить. Айхан, я ничего не понял, кроме имен. Еще раз расскажи. Джей-Джей, я тебя не слышу. Говори, я тебя слушаю, но пусть будет коротко и понятно, хорошо? Пусть всегда так будет. Говори маленькими предложениями. Тебе со мной сегодня нужно пойти в кино. Айхан, говори на турецком. Ты забыла турецкий? Где твой турецкий? Джей-Джей, что ты говоришь? Я тебя тоже не понимаю. Я тебе скину адрес, хорошо? И время напишу. Встретимся. Целую. Хорошо, хорошо. Я тоже целую. Это... Я говорил с девушкой. Не с мусоркой, я сумасшедший, не смотрите так. Говорил со своей девушкой. Вот так произошло. С девушкой. Помогите. Господин. Помогите, я возьму свой телефон оттуда. Господин. 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 Он что, просто так ждал? Доброта умерла. Санэм, сестренка? Дорогая моя, единственная моя. Дорогая, единственная, что случилось? Поздравляю тебя. С чем поздравляешь? Два события. У меня есть парень, я стала писателем. С обоими поздравляю, но больше с писательством. Спасибо. Что делали? Я целый день была с господином Джаном. И сегодня ночью встретимся. Как это? Нет ничего плохого, мы просто будем смотреть на звезды. Хорошо. А мама? Я скажу маме, что пойду в кино с Айхан. Да. Я не могу сказать, что мы вместе, она мне сядет на шею. И не говори. Потом она папе расскажет, все примет большие обороты. Потом через 3 дня начнет спрашивать о том, когда поженимся. Да, не говори. Но потом скажем им, не будем девочками, которые скрывают от семьи тайны. Мне не нравятся такие вещи, ты знаешь. Я решу, но потихоньку скажу. Хорошо. А те, кто в агентстве? Что скажешь им? Агентство не отличается от мамы, как я им скажу? Санэм, было понятно ваше отсутствие. Это начало других сплетен. Но Джей-Джей прикрыл меня, даже если глупо. Ты в порядке? У меня мысли спутались, ты в порядке, это же вранье. Что с тобой? У тебя что-то случилось? Мы сегодня с Эмре говорили. С Эмре? Девочки, давайте за стол. Вставай, не будем злить маму. Пойдем. Потом будешь просить разрешения, не разрешит. Потом тебе все расскажу. Хотя бы дай подсказку, потом. Иди, идем. Брат, я тебе звоню. Я сейчас ухожу. Ночью не вернусь. Меня не жди. Не вернешься? Кому обещал? Ты доверен Богу. Давай. Папа, осторожней. Дочка, я пойду работать, поэтому тороплюсь. Куда, папа, на работу? Да. Такси? Папа, мы разве должны были узнать от людей, что ты начал быть таксистом? Будто на районе что-то скроют. Почему одна скрыл, папа? Дочка, не скрыл. Просто время не пришло, поэтому не сказал. Я побежал. Мы не будем тебя держать, папочка. Ты иди, зарабатывай на хлеб. Не держите отца, дети. Ваш отец пойдет на работу. Что я буду делать? Буду готовить, за детьми смотреть. Почему? Я же женщина, поэтому. Мы живем в каменном веке. Господи. Давай, дочка, увидимся. Если некоторые не принимают то, что в этом доме я главный, я все равно им останусь. Легкой работы. Я пошел. Легкой работы, папа. Увидимся, целую. Даже не поблагодарил. Мамочка, здоровья твоим рукам. Снова приготовила много всего. Все было очень вкусно. Перестань, ради бога. Не умеешь.
Мамочка! 5 звезд! Мама! Хотела тебя кое-что спросить. Могу пойти к Айхан? Откуда узнала? Ребенок мой, я твою опеку отдала Айхан. Ты у нас мало живешь, нам скучно. Иногда и к нам иди, дочка. Приходи на чай, кофе. Айхан, нет, ты не останешься у нее. Я не останусь, нет нужды в этом. Но она купила билеты в кино. Давно не виделись, она сказала, что обидится, если не приду. Я сильно игнорирую девочку. Вы в кино пойдете? Может, мне тоже пойти? Как это? Ваш отец меня несколько лет назад в кино водил. Так давно было. Тогда в кино снимали только про любовь. Были же еще черно-белые фильмы. Вот тогда еще только ходила. На какой фильм ходили, мама? Был огромный мужчина, влюбился в девушку. Потом похитил девушку. Пришел бы, попросил. С позволения Бога и пророка. Пророка. Приди, попроси. Может, отдали бы девушку? Я в первый раз видела, как ваш папа плакал. Правда? Но я плакала из-за девушки. Ваш отец из-за мужчины. Вышел из кино, плача из-за этого мужчины. Еще тогда было понятно, что мы люди разных миров. Мне совсем не понравился фильм. Мне плохо было. Я еле домой дошла. А вы куда идете? Какой фильм? Такой же. Вторая часть. Есть вторая часть? Нет, я не пойду. Мама, идем. Нет. Мама, забудь, я тебя на другие хорошие фильмы отведу. У тебя же сегодня был сериал. Мы вместе его посмотрим, еще чай заварим. Прекрасно. Правильно говоришь, и семечки покушаем. Еще лучше. Я не пойду, если ты не пойдешь. Нет, дочка, не хочу. Иди ты. Я тогда побежала, увидимся. Снова уборка на нас осталась, не задерживайся. Привет, любимый. Добро пожаловать, любимая. Я тут ждал и уже начал думать. Обиделся, думал, ты не придешь. Мама говорила. Я так и думал. Она отдаст мою опеку Айхан. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Хорошая новость, будет прекрасно. Будем отчитываться перед Айхан. Нам легче будет. Джан, господин Джан. Ладно, ну пусть. Человек так омолаживается. Вот так скрытно. Я в последний раз делал так в лицее. Вот так, тайно, встречался. Значит, пробовал. Ну что ты, не подумай, это не что-нибудь такое. Друзья школы, мы из школы сбежали и пошли на баскетбол. Хорошо. Я вот так лягу. Нужно так ехать, пока не выедем из района. Поза профессионала. Ты умелая. Ну что ж, так не видно, не видно так. И меня тоже в панику ввела, а? Не смейся, не смейся. Сейчас будь серьезна. Хорошо, я серьезно. Глаза закрыты? Закрыты. Не откроешь, обещаешь? Да, обещаю. Я сейчас же приду. Договорились. Хорошо. Можешь считать от 5. Начинаю. Начинай. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Можешь открыть. Уже. Джон? Иди, иди сюда, любимая. Джон? Идем. Джон здесь как во сне. Как во сне. Ты в моих снах. А ты в моих. Я очень соскучилась по этому месту, очень красиво получилось. Скоро здесь все будет гореть пламенем. Везде будет гореть. Как это? Сожгу. Это подожгу, и сосиски готовы. Сосиски? Да. У меня слюни потекли. Вино, сухофрукты, яблоки, виноград. Джан, я раньше не пила. Нет вреда, но в этот раз будем медленно пить, потому что тебе нравится вкус, он будет сладким. Будем медленно пить. Что случилось? Боишься, что я буду пьяна и поцелую тебя? Думаешь, боюсь? Нет.
Тебе же не холодно? Нет. Мне холодно. Я рядом с тобой согреваюсь. Телефон? Телефон? Телефон. Нужно поставить телефон на зарядку, потому что Айхан может позвонить. Мама думает, что я миссис Айхан в кино. Да. Поэтому. У этих телефонов так зарядка быстро садится. Еще чего? Посмотри на это. Этого не может быть. Ты же сказала, что пойдем в кино. Я подумал, что мы реально пойдем в кино. Мы должны были пойти в кино. Потом я подумала, что не смогу ответить, если Санэм позвонит. И вот мы вместе так сидим. Смотрим фильм, но если Санэм позвонит, тут будем видеть. Понял? Логично. Они в горном домике? Да. Так прекрасно, они в горном домике. Они давно хотели остаться вдвоем. Думаю, что это получилось прекрасно. Еще крыша и стены есть. Да, горный дом, свежий воздух. И тепло. И тепло. Да. Если есть камин, то туда дрова бросают. Да, бросают дрова. И смотрят издалека. Романтично. И романтика важна. И не заболеют. Я имею в виду и не простудятся. Не простудятся. Тепло же. Это же дом. Ты звонила Санэм? Когда придет? Нет, не звонила. Нельзя звонить. Они давно хотели вместе остаться. Не могу позвонить и прервать их. Но пусть приходит, пока слишком холодно не стало. Они с гор приедут. Через некоторое время парки очень холодными становятся. Джей-Джей, ты дрожишь? Ты замерз? Я нет. Я тебе дам куртку. Не глупи. Не глупи, возьми мою куртку. Не глупи, нет. Нет, Айхан, я же болел, поэтому так иногда бывает. Ничего страшного, я не замерз. Теплые каштаны, теплые. Теплые? Братец. Здравствуй, господин. Здравствуй. Добро пожаловать. Спасибо. Брат, что сделал? А что? Обжегся? Нет, я не чувствую. Нет чувств. Сколько купишь? Я не куплю. Мы смотрели фильм, стало холодно. Внезапно. Поэтому мы посмотрим фильм здесь. Скажу, что ты тоже смотрел, но не досмотрел. Братец, здесь нельзя. Мне нужно продать. Это мои деньги на хлеб. Нет, я заболею. Замерзну. Я куплю все каштаны. Тогда хорошо. Хорошо. Ты мне подыграй. Хорошо. Джей-Джей, давай. Господин просит посмотреть фильм. Он остановился на том моменте фильма. Мы говорим о том, какой фильм хороший. Иди, вместе посмотрим. Что ты говоришь? Фильм неловко получается. Господи. Нам поссориться перед ним. Только продавца каштанов нам не хватало. И каштаны есть. Брат, ты тоже будешь смотреть фильм? Да. На том моменте он заснул. Заснул. Только я буду кушать каштаны. Конечно, что вы говорите, на здоровье. Возьму эти. Возьми эти. Участок закрыт. Пусть начальник спит на диване в гостиной. Эвкебе, какое упрямство у тебя. Машина сломалась. Решил прийти домой. В надежде на то, что посплю в своей теплой кроватке. Чего только не пришлось пережить. Не стану с тобой спорить, Эвкебе.
Лучше посплю в гостиной. Бери, пусть кровать будет твоей. Да, готово уже, по-моему. Ты говоришь, что любишь прожаренное, но скоро сгорит уже, хватит. Я сделаю бутерброд. Ну, конечно. Конечно же, хлеб готов. Хорошо. Давай. И это? Я отлично жарю колбасу. Заметил, заметил твой талант. Заметил, я налью нам вино. Хорошо, держу. Так вкусно. Какой запах? Не обманывайся запахом. Как я и сказал, это что-то невероятное. Может сразить наповал. Как я, то есть? Именно так, как ты. Повелись на твой запах. Так сразило меня. Никак в себя прийти не могу. Ты хочешь прийти в себя? Никогда. Может, по тону голоса подумала, что хочу, но никогда. Я тоже. Здесь очень красиво. Хорошо, что не продал этот домик. Да, не знаю, как произошло, но Фабри в последний момент вернул мне чек, и я передумал продавать, и все равно не хотел этого задешево продавать. Да и после этого не продам. Теперь здесь есть и ты. Электричество отключилось. Это просто шикарно. Если бы я захотел, не случилось бы такое. Как это? У меня же есть для тебя сюрприз. Сейчас самое время. Мы же хотели смотреть на звезды. Точно же. Что это? Я испугалась, подумала, что привидение какое-то. Это не то. Что это? Это знаешь что? Мы будем стрелять по сторонам этим. Что? Да нет, это телескоп. Какой большой телескоп? Только с таким можно разглядеть что-то. Теперь и электричество выключили, света нигде нет. Так очень даже будет лучше. В городе нам совсем не до этого. Да. То есть... Когда смотрю на небо, понимаю, что я всего лишь песчинка в этом огромном мире. Вот как? Так чувствуешь себя? Ну, пожалуйста. Хочешь посмотреть в телескоп? Что это? Ну-ка. Это твоя стезя, конечно, но, как я понимаю, это... Венера. Богиня любви и красоты. Это очень красиво. Ты тоже очень красивая. По-моему, она заслуживает быть богиней красоты. На небе столько звезд, словно скоро все они посыпятся на нас. Если мы начнем их считать... Нет, не будем считать, нельзя. Считать звезды – плохой знак. И именно так. Боже. Да-да. Смотри-ка. Вот как? Да. Но при одном условии, если ты хочешь их посчитать, то каждый день считай по 7 звезд. Тогда ты воссоединишься с любимой. Вот как? Тогда мне не стоит их считать. Мне не надо. Ты воссоединился уже с любимой, поэтому? Именно так. Поцеловать еще хочешь? Да, не писала тебе ничего, сказала же, иди спи на диване. Вор! На помощь! Вор! Вор! Боже мой, встал напротив и светил фонарем в лицо. Стояли лицом к лицу. Прикрыл чем-то лицо, светил фонарем мне в лицо. Да подождите, а если он здесь, если смотрит на нас? Мифкебе. Я посмотрел везде, не смог найти. Мифкебе. Что это было? На что было похоже? Откуда?
Откуда мне знать? Откуда мне знать? Он что, визитку свою оставил? Я что, лицо видела? Откуда мне знать? В какую сторону побежал? Да откуда мне знать? Откуда знать? Тогда, дочка, я еще вон там посмотрю, хорошо? Хорошо, папочка. Очень забоялась. Пусть не повторяется больше. Спасибо, дочка. Лила, все хорошо? Ты в порядке? Да нет ничего, Осман, но мне стало очень страшно. Не волнуйся, я рядом с тобой. То есть это... Мы все рядом с тобой. Спасибо. Тетя Мефкебе, что случилось? Все хорошо? Спасибо, Осман. Очень испугались, Осман. Боже мой. Почему она не отвечает? Ну уже, сестренка. Сестренка? Добру ли? Что за активность в квартале такая? Не спрашивай, дочка. В дом госпожи Мефкебе ворвался преступник. Они все пытаются его поймать. Да что вы говорите? СНН, наверное, поэтому не отвечает мне. Поймают, не волнуйтесь. Тетя Мефкебе? Да, дочка. Что случилось? Вор вломился к нам прямо лицом к лицу. Боже мой, ночью? Ночью, конечно. Ему что, утром приходить? Воры обычно ночью приходят. С вами все в порядке, да? Хорошо, хорошо, дочка. Где Санэм? У Айхан? Что? У нас. В туалет пошла. Господи, боже мой. У нее в своем доме, что ли, нет туалета? Вот так случилось. Мы шли уже домой, ей приспичило. Она сказала, что ей срочно надо в туалет, до дома не добежит. Зашла к нам домой, пошла в туалет. А я, услышав звуки, оставила ее в туалете и прибежала сюда. Приведи ее, скорее приведи сюда моего ребенка. Смотрите, не оставляйте ее одну. Вор может быть где-то здесь. Приведите моего ребенка скорее. Хорошо, я пойду сейчас с Айханой посмотрю. Пусть и Лейла пойдет, потому что без Лейлы нельзя. Да-да, я тоже пойду, мамочка. Расскажу все СНМ, чтобы она не впала в шок, хорошо? Не оставляй ее одну. Неизвестно, где этот вор, черт его дери. Чаю попью. Задыхаюсь, ей-богу. В эту сторону посмотрел, нет. В ту посмотрел, нет. Негодяев в квартале много, а вот воров нет. Да что ты такой, ради бога? Разве встречались нам воры? В нашем квартале были воры. Председатель спит, что ли? Где председатель? Спит председатель. По ночам председатель спит. Мы же не вампиры, как ты. По ночам, как нормальные люди, спим мы. Что еще? Стой, я сейчас на ней отыграюсь. Дай-ка мне это. Она заряжена электричеством. Не надо было спать тогда. Не отвечает. Что будем делать? Что? Не знаю, где эта девочка? Лейла? Алло, господин Эмре. Ой, Эмре. Простите, беспокою вас в такое время, но... Я пытаюсь дозвониться до господина Джана. Пытаешься дозвониться до брата? К добру ли, что случилось? Я на самом деле хочу связаться с Анем. Они сегодня хотели провести время вместе. А, вот как. Не знал. У тебя голос дрожит. Что такое? Все хорошо? Да нет, ничего серьезного. Мне срочно надо связаться с Анем. У нее выключен телефон, звоню господину Джану, не отвечает. Санэм сказала, они поедут в загородный домик, но до сих пор не вернулись. В загородный домик? Мама думает, что Санэм в кино. И к нам сегодня в дом ворвался вор. Теперь мама ищет Санэм, не может найти. Если узнает, что они с господином Джаном сейчас вместе, если она узнает, что они встречаются, нам конец. Она устроит скандал и решит ее забрать с работы. Хорошо, хорошо, успокойся. Я решу все, не волнуйся. Хорошо, большое спасибо, Эмре. А, Лейла, ты в чем-то нуждаешься? Я запереживал, когда ты рассказала про вора. Если хочешь, могу приехать к тебе. Нет. Вор сразу же убежал. Все нормально. Но спасибо. Хорошо. Увидимся. Доброй ночи. Будем ждать вестей.
Согрелась? Да. Как ты? Все хорошо, но уже поздно. Поехали, Джан. Я могу до конца своих дней жить здесь. Значит, до конца жизни. Брат? Брат, что делаете? Никто не может до вас дозвониться. Господин Мре? Санэм, из дома до тебя не могут дозвониться. Разве можно так внезапно появляться? Боже, откуда ты взялся? Что случилось? Телефон? Лейла позвонила. Не могли до вас дозвониться. И мне ты не сказал. Потом поговорим, хорошо? Браво. Пришел, испортил всю обстановку. Электричество отключили, поэтому телефон не заряжался. Может, тебе тоже звонили, Жан? Господин? Наверное, позвонили. Я не смотрел. Ты же знаешь, в такие волшебные моменты я не интересуюсь телефоном, поэтому нормально, что я не смотрел. Сейчас дам тебе. Наври им как-то. Скажи, что скоро будешь. Алло, сестра? Электричество отключили, телефон не зарядился, поэтому... Что? Вор? Что ты сказала маме? Что ты сказала маме, чтобы прикрыть меня? Нет, я в пути, еду. Через пару минут буду дома. Давайте выпьем, согреемся. Бери. Бери, тетя Курия, дорогая моя, ради бога. Спрашиваю вас. Я права или нет? Если не права, скажите. Скажите же. Сынок, ты будешь? Скажите, что не права будешь? Нет, спасибо. Дорогие мои, смотрите, это дело с вором очень опасное дело. Раз пришел, придет и снова. Вместо того, чтобы заниматься библиотекой и книгами, почему ты не занимаешься безопасностью квартала? Ни спокойствия нет, ни безопасности. Спрашиваю вас, соседи, возможно ли такое председательство? Спрашиваю вас, возможно ли? Невозможно такое. Вас спрашиваем, дорогие наши. Отреагируйте как-то, скажите что-то. Вы заснули, что ли? Что с вами? Она говорит, что появился вор, что такое предательство невозможно. Поняли? Слышал? Да, слышу. Нашему кварталу хотят помочь. О, их нет. Они умерли. Все, выносите их. Ради бога, кто только не приезжает сюда. Кто это, а? Большое спасибо. Это уже не квартал, а проходной двор какой-то. Проходной двор. Айсун, не делай. Ты что? Пусть такие машины приезжают к нам в квартал. Уровень свой повысим, квартал престижным станет. Ты чего, Айсун? Верно. Правильно. Это не твоя невестка? Это дочь Мивки Бесанэм, да, она. Да ведь? Она, а это этот, громила, который отнял у меня бакалею. А это он? Конечно, он. Он отобрал у меня бакалею, а у тебя невестку. Видишь, да, какая машина. Ах, мой Музафер. Мой Музафер хорошо отделался еще. Больше ничего не говорю. Видели, это дочь Мивки Бесанэм. В квартал вломилась мафия? Нет, спите дальше. Спите, ничего нет. Мивкибе, тебе холодно, вся дрожишь. Давай зайдем уже в дом. Нихат, мне страшно, не хочу заходить в дом. Не бойся. Смотри, я с тобой, не бойся. У тебя муж как лев, не бойся. Не оставляй меня больше одну, хорошо? Но ты при первой возможности выгоняешь меня из дома. Я женщина, Нихат, разве надо уходить, когда женщина просит уйти? А что мне делать тогда? Обнимать будешь меня, обними. Мама, папа. А, дай, дочка, дай, садись. Где ты была, девочка? Девочка, тут такое произошло, а тебя нет. Я была у Ихан, в туалет к ним зашла. Что можно в туалете делать час? Живот разболелся, пойми уже. Хорошо. Не отходи от меня ни на минуту. Хорошо, мама. Чай? Дочка, когда я не увидела тебя дома, подумала, что вор похитил тебя. Да, мама. Мама, на что она нужна вору? Он пожалел бы, что похитил ее, вернул бы на следующий день. Это ты бы ему не нужна была. Папа, давай сюда чай, обновлю. Возьми, дочка, возьми. Посмотрите-ка, что сделал этот вор. Ночью сидим и попиваем тут чай. И вправду. И мне наливай. Уж не уснуть нам. Прогнали уже его. Возлюбленная? Да. Вы же были хорошими друзьями. Да. Брат, вы друзья или возлюбленные? Я запутался уже. Сынок, знаешь, в таких делах сложно что-то решить. Значит, ты влюблен.
Понимаешь? Завтра или послезавтра придут, захватят твое сердце, и ты меня поймешь. Я понимаю, понимаю. Санем хорошая, милая девушка, но... Ну что? Ну что? Эмре, ради бога, что? Ты в своей жизни сколько хороших людей видел, а? Скажи мне, брат, есть и завтрашний день. Ты уйдешь, заселишься в лесу, а она так и останется. Смотри, это останется между нами. Отныне и мои горы Санем, и мой лес Санем. Не смейся, не смейся, понимаешь? Я и тебя понимаю. Я могу уехать. Ты прав. Но на этот раз с самой красивой девушкой на земле. Понимаешь меня? Ты не переживай так, что. Сердце стучит, говорю тебе. Ты давай, возьми это. Попробуй. Давай, давай. Возьми. Вкусно. Я иду скоро. Нам нужно срочно поговорить. Давай, братец. Иду, ты же засунул мне в рот последний кусок. Я допью кофе. Хорошо. Где? Наедине стали возлюбленными и провели время как во сне. Наедине. Я понял. Значит, вы возлюбленные сейчас. Официально. У нас отношения, скажем так. Как? Как друзья? Какое это? Уважение. Этап уважения. Конечно. Как, например? Наедине вы думаете об уважении? Вы что, определяете это так? Расскажи. Джи-Джи, замолчи, услышат. Хорошо. Расскажи, расскажи, что за уважение? Может, что-то большее? Расскажи, это ведь сплетни. В агентстве все подозревают. Так, что за сплетни, что говорят? Ну, что говорят? Ты же стала писателем, говорят. Что это благодаря господину Джану ты на этой позиции? Что они несут? Разве такое возможно? Невозможно, невозможно. Что будешь делать? Люди говорят. Не можешь ведь закрыть им рот. Какие вещи говорят? Что именно? Например, ты куда-то идешь, и они сразу меняют тему. Они сразу меняют тему, когда ты приходишь. Как только вот приходишь. Сразу. Госпожа Санем соизволила прийти. Добро пожаловать. Доброе утро, госпожа Дерен. Так, ты лучше тебе? Да-да, лучше. Она как огурчик, все хорошо, как огурчик. Я не спрашиваю тебя, Джей-Джей, ты не адвокат. Санем, отныне ты не исчезай, пока не сообщишь никому, хорошо? Я это... Нет, не хочу ругать с утра. Ты права, ты еще не приняла пост, который тебе дали, так и думаешь, что ты принеси, подай. Уходишь, приходишь, когда хочешь. Но, к сожалению, ты на той позиции отныне, на которой мы можем рисковать. Соберись уже. Это предупреждение я делаю не как твой начальник, а как коллега, которую отдала многое этому агентству. Если ты так поймешь, то будет лучше. Договорились? Ты же повысилась. И ее это немного убивает. Вот поэтому. Своими глазами видела, говорю. Есть же парень, что приезжает к ним. Он оставил ночью Санем. Конечно. Ночью. Честь района потеряна. Когда прощались, еще и обнялись. Ничего не понимают. Скажу вам, мой Музафер легко отделался, господа. Клянусь, это так. Я еще хотела взять ее в невестки. Кто мы в Кибе, чтобы ее дочь была чем-то другим? Оставьте! Нет! Оставьте! Эй, разойдитесь! Нет! Мы в Кибе, держись! Мама, мы в Кибе, пожалуйста, пожалуйста, нет! Оставь, прошу!
Я напишу на тебе заявление. Это я напишу. Не стыдно тебе клеветать на моих дочерей? Это ты не стесняешься собирать дочерей с улицы? Оставь. Ради бога. Нет, мы в КБ, постой. Смотрите. Музо, помоги. Насилие. Прошу, отпусти. Спасибо. Спасибо, что пришел, Эмре. Чего хочешь, Айлин? Хочу поговорить. Даже если не о нас, то о фирме нужно поговорить. Я являюсь представителем Фабри, но из-за тебя не могу войти на фирму, Эмре. И только от тебя могу узнать, что происходит. Санам и брат снова вместе. Вы удивились? И так было понятно еще с вечеринки. Я даже с Дерен об этом пошутила, оказалось правдой. Откуда ты узнал? Лейла сказала, вчера поехали в горный домик. Потом я поехал, а утром он признался, что любит ее. Не от Джана узнал? Эмре, какой ты наивный. Еще и радуешься, что он тебе доверяет и все рассказывает. Если бы не Лейла, ты бы ничего не знал. Айлин. Что, неправда? Неправда. Если бы Джан тебя простил, он бы первым поделился с тобой. Санам скрывает от мамы, поэтому она попросила никому не говорить. В каком возрасте? Она действительно девушка с района. Что бы это ни было, Айлин, а брат это уважает. Не хотят, чтобы кто-то знал, пока Санам не скажет матери. Если поймут, что она лжет, заберут с работы. Супер. Тогда сообщим, пусть все узнают об этой большой любви. Не глупи. Почему? Что нам с этого? Мама заберет Санам с работы, посадит в магазин, и наш путь откроется, Эмре. Это тяжкий план, я не понимаю. Закроем эту тему. По-другому решим. Эмре, до этого времени мы делали планы, но всегда что-то случалось, и наши планы не работали. Думаю, что мы не должны упускать этот шанс. Почему ты так не считаешь, не знаю. Когда Джан при всех на фирме тебя выгнал, не думал. Но ты путаешься сразу, как отдаляешься от меня. Как это связано, Айлин? Я хочу логически думать и так же действовать. Ты ничего не делай, я улажу. Айлин, не будешь ничего делать, не спросив у меня. Хорошо, Эмре, не буду. Кто это? Доброе утро. Доброе утро. Я могу взять чай? Другой на этот раз. Принесу сейчас. Другой говорит. Не упустил, однако. Может, тебя называть Сейсей? Только у тебя их нет. Больно мне. Больно. Доброе утро, любимая. Доброе утро, любимый. Почему ты позвал меня в кабинет? Разве не нормально, что я хочу тебя видеть? К тому же ты всегда приносишь мне чай. Да. Это я пришла, ты меня увидел? Теперь я... Постой. Что вчера дома произошло? Проблемы? Нет, проблем не было, все хорошо дома. В агентстве нас обсуждают. Господи, что говорят? Говорят, что мы возлюбленные, а ты повысил меня, потому что мы возлюбленные. Верная информация, мы возлюбленные, что такого? Как? Я стала копирайтером, потому что я твоя возлюбленная? Нет, как это связано? Не глупи. Ты работящая. Талантливая. Мы возлюбленные. Они говорят лишь об этом. Пойдем тогда и скажем, что мы возлюбленные. Как? Нет. Скажем, что мы возлюбленные. И еще, что Санэм заслужила эту должность сама. Хорошо? Чтобы они не сплетничали. Поставим им ультиматум. Нет, нельзя. Нельзя. Почему? Скажу, что поэтому я и стала копирайтером. Что будем тогда делать, говори. Сначала я должна доказать, что я заслужила это.
И мама не знает. Пока она не узнает, мы не можем признаться в агентстве. Хорошо. Любимая, сама знаешь. Снова начали сначала. Будет так, как хочешь. Хорошо. Я тогда выпью чай, который ты приготовила. Он такой же, как и ты. Мягкий, горячий. Пахнет вкусно. А потом, ну, ты понимаешь. Пораньше выйдем. Выйдем. Пораньше. Куда? Ты немного устала, кажется. Хорошо. Выходим, говорит. Он приказывает ведь. Куда я денусь? Мивкуш, приди в себя, ради бога. Что это такое? Сколько давления? Очень плохо. Я скажу 18, ты скажи 25, и сойдемся на 30. Что ты говоришь? Ее мозг сейчас взорвется. У папы Нихата так было. У него поднималось давление, значит, вы душевные близнецы. Музо, что ты несешь, господи? В такие моменты нужно поднимать настроение. Мелихат, я не сдержалась. Ты опозорила нас. Я ничего не сделала, клянусь. Его мать разнесла всему району. Мивкуш, я не виновата, клянусь. Господи, боже мой, тема снова о моей маме, а? Они же сказали, что вор не виноват. Вот и все. Какой еще вор? Что ты несешь? Вор — сердце, сестра Мелихат, сердце. Дай мне духи. Я говорю про Джан Девита. Он вскружил голову Санем, еще и все о ней говорят. Это твоя мама. Твоя мама говорит, что ее привез мужчина. Мама. Твоя мама лжет. Мама. Видела? Не знаю, она моя мама. Девочка, что я тебе говорю? Санем оставалась у Айхан, мои дети не лгут. Не лгут? Чего им тебе лгать? Взрослые девушки. Уходите. Уходите. Чтобы я вас не видела. Мивкуш, мы немного еще. Я сама. Как? Давайте, мои дети не лгут. Давайте. Давайте. Еще немного. Оставь. Уходи, не беси меня. Давай, давай. Она нас выгоняет. Пошли. Твоя мама виновата. Давай. Мои дети не лгут. Я их знаю. Клянусь, не поступят так мои дети. Хорошая работа, отец Нихат. Спасибо, спасибо. Там, где ты, хорошего мало. Здравствуйте, здравствуйте. Какие последние новости? Есть вести от вора? Нет, нет, но скоро выйдет что-нибудь, его поймают. Господи, господи, никто не видел вора в этом районе. Удивительно. Ихсан, ты бы поспрашивал у своих, может, вор знакомым окажется. Легкой работы, дядя Нихат. Спасибо, Осман. Пойдем, угощу тебя чаем. Не буду пить чай, дядя Нихат. Придут сейчас. Хорошо, давай. Мои друзья не знают, а может, спросим у твоего зятя? Может, он видел вора? Зять? Что ты говоришь? Ты не знаешь. Я говорю о друге, который привез вчера Санем. Когда увидел их вчера, думал, что кольцо надели. Они были очень близки. О каком кольце ты говоришь? Это не подходит нашему району, брат Нихат. Я тебе сказал, накажи дочь, если хочешь. Мне что, у тебя спрашивать, что мне делать? Оставь, дядя Нихат. Ишь, бессовестный нашелся, учит меня, что делать. Оставь, оставь, прошу тебя, отпусти, отпусти, я сказал. Как ты говоришь о моей дочери, мерзавец? Оставь, оставь, отпусти, прошу, дядя Нихат. Все, все. Как ты говоришь о моей дочери? Ты появился раньше, чем я думала, Джан Девит.
Вот это прекрасно. Тебе лучше? Да. Я прямо вздохнула. Я когда на тебя смотрю, мне так же. А может, скажем всем? Твоим родителям? У тебя будто стресс? Я не могу тебя такой видеть. Да, я себя очень странно чувствую. Не могу привыкнуть к такому, я быстро задыхаюсь. Чувствую себя плохо, потому что лгу маме. Начнем с твоей мамы тогда. Вместе поговорим, если хочешь. Нельзя. Я улажу. Я не буду больше лгать ей. Вчера все было как во сне, закончилось кошмарно. Что происходит в агентстве, думаю, мама узнает перед тем, как я ей расскажу. Мне нужно срочно поговорить. Скажу, а вот что скажу? Что мы очень любим друг друга. Что Джан тебя очень любит. Я тебя тоже очень люблю. Перевод и озвучка группы «Дизимания» озвучена студией SSDizi для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Анастасия Гайдаржи и Андрей Юрченко.